Народу нужно занять мозги, а эмоции пусть выгорают. Хочешь умереть? Серов прибыл. Что? А то самое. Ты хоть знаешь, что этот пропуск на 4 человека? А ты здесь один? Или тебя 4? Пожалуйста, надо со мной больше этого делать. Я совершил ошибку. Я понимаю, что на Вавилонскую башню нельзя смотреть, но я же... Вавилонскую башню нельзя увидеть. На нее можно только взойти. Говорю это тебе, как ее сторож. А то, что ты видишь, это Тофет. Что такое Тофет? Это место жертвенного сожжения людей. Я не понимаю! Можешь считать, что Тофет — это обычный телевизор. Я что, в телевизоре? В некотором смысле. Ты видишь техническое пространство, в котором сгорает ваш мир. Огонь, в котором вы сгораете, надо обслуживать. И ты относишься к обслуживающему персоналу. Обслуживающему персоналу? Ведь ты копирайтер. Значит, ты один из тех, которые заставляют людей глядеть в пламя потребления. Согласись, что лучше греться у этого огонька, чем гореть в нем заживо. Слушай, именно. Мы потом сюда вернемся. Шампанского выпить. Голову пригни, там потолки низкие. Облачайся. Пошли. Куда? Не бойся, там все свои. Только не стремайся и в измену не уходи. Не думай, что мы здесь все ебануты. Мне это все по барабану. Но без этого в нашем бизнесе никак нельзя. Никак. Ты когда-нибудь в пионерлагерь ездил? Ездил. Ну вот, помнишь, у вас там был такой день Нептуна, когда всех в воду окунали? Да, был. Ну вот представь себе, что это такой день Нептуна и есть. Традиция. Короче, базар такой, что была когда-то одна древняя богиня. А боги по этому базару тоже смертные и носят себе свою смерть чисто как люди. И вот этой богине тоже выходил срок умирать, она, естественно, не хотела, и она разделилась на свою смерть и на то, что не хотела умирать. Она стала золотом, но не металлом, а переносницей, понимаешь? Короче, она стала тем, к чему стремятся все люди. Всем золотом вообще. А ее смерть стала хромым псом с 5 лапами, который должен вечно спать в одной далекой стране на севере. Вот он изображен, видишь, с ногой вместо хуя. Я нечто похожее читал в статье из университетского справочника. Какой статье? Про нашу контору? Нет, про языческих богов. И вот среди этих богов был такой хромой пес-пиздец с 5 лапами. По преданию, этот пес спит где-то далеко в снегах. И когда он проснется,
Вот тогда он и наступит. Я не понял. Кому этот пиздец наступает? Не то чтобы кому-то или чему-то, а наступает всему. Всему. А как богиню зовут? Ее никак не зовут. Когда-то, очень давно, ее звали Иштар. По хромой собачке та же картина, а все остальное ты правильно сказал. Я думаю, ты понимаешь, что на нас в России лежит особая ответственность. Потому что пес спит именно здесь. Встань на колени, сними маску. Ты есть посредник, и ты есть послание. Что это за жидкость? Собачья кровь. Символику, надеюсь, не надо объяснять? Нет, не дурак. Читал кое-что. Что дальше? Дальше ты должен посмотреть священный глаз. Да не бойся ты. По этому глазу богиня узнает своего мужа. Но поскольку муж у нее уже есть, то это пустая формальность. Для Лени, конечно, довольно напряженный момент, когда кто-то другой заглядывает в священный глаз. Но до сих пор обходилось. Так что давай. Что происходит? Уже ничего не происходит. Все уже произошло. Но зачем? На священном гадании в Атланте оракул предсказал, что у Иштар в нашей стране появится новый муж. С Задовским-то у нас давно были проблемы. А вот этот новый мы никак понять не могли. Известно было только, что он человек с именем города. Мы думали, думали, искали, а тут вдруг из первого отдела приносят мне твое дело. И получается, что по всем понятиям это ты и есть Вавилен. Я, но почему я? Ну, не знаю, ты у себя спроси. Меня почему-то богиня не выбрала. Меня тоже когда-нибудь задушат? Ну, это часть профессии. Ты, главное, если чего, какие проблемы возникнут, сразу же ко мне. Вот тебе первый совет. Когда переедешь в кабинет к Задовскому, сразу же этот ковер прококаиненный сверни и выброси к чертовой матери. Фарсук Карлович, скажите мне по секрету. Кто всем этим на самом деле правит? Вот тебе второй совет. Не суйся. Дольше будешь живым богом. Хотя, честно говоря, я и сам не знаю. А ведь столько лет в бизнесе.